День знаний в Юргу закончился кинопоказом. Он был организован в рамках недели творчества, которая стартовала также в последний день лета. Университетская площадь стала импровизированным кинозалом под открытым небом. Всего было больше 50 зрителей. Сегодня 31 августа. Это традиционное посвящение в студенты Южноуральского государственного университета. А во-вторых, сегодня начинается грантовый проект и первый фестиваль недели творчества. Просто с ребятами пришли, сидим, едим попкорн, вот, кушаем его и смотрим крутой фильм. Их, кстати, 4 будет, как, насколько я понял. Студенты, первокурсники сразу же вливаются во всю эту деятельность, им становится интересно, потому что в будущем кто, кроме нас, будет организовывать это мероприятие, да, в дальнейшем. Отметим, что организаторы недели творчества планируют провести еще 4 тематических дня по 4 направлениям – танцевальное, театральное, художественное и музыкальное.